Все, там уже турнир начался. Быстрее. Почему я бью всех? Что за идиот? За что с Платоном? Он тоже берсеркнул. Платон, спасибо. Вот это зря, мне кажется. Легкая ничья. Как вас зовут? Бежку вторым ходом. Там сейчас некоторые люди, которые, ну, первый раз видят вариант вот этой игры, они в шоке находятся, наверное. Да. Мягко говоря. Ну, заперли. Ну, кстати, определенная компенсация есть. Как без... У нас вообще лишний материал. Как вас зовут комментатор? Никита и Кирилл. Да, Кирилл тот, кто это озвучил. Е3. Нужно подтягивать эти резервы все. Вот-вот. Можно вообще пока не реагировать, просто туда надавливать. Ну, потом хочет пробиться. Правильно делать надо. Что-то мне не нравится то, что у нас в линии я осталось всего две пешки. Это подручает чуть-чуть. Кинет сейчас и все, привет. До свидания. Да, Никита, тут слишком много материала у Платона. Погоди, погоди, какой материал? Благородство сейчас пойдет. Восемь секунд это много. Да, ну видишь, сколько пешек надо съесть за эти 8 секунд. О, перс прошел. А, нет. Я боюсь, он справится. Ух, победа. Так, первая победа есть. Это, кстати, вот по 2 минуты это очень важный момент. Очень. Чтобы съесть 20 пешек, нужно 25 ходов. А это очень быстро не сделаешь. Даже если это абсолютно элементарно. Я боюсь, пешки будут просто избивать в этом турнире. Вот тебе, пожалуйста. Нет, ты самое главное, берсерк не бери. Да-да-да. Да, D6 надо играть. D6 и H5. Артём же говорил, D6 и H5. Или так? Нужно пробиться как-то. Не, нужно... Артём говорил, что надо стоять как-то. И ждать. Чего? Да, от моря погода, чего? Чего на D5 взял? Что за дебил? О, D5. Второй попытки. Стоп. Уже слон сейчас прорвет, смотри. А, вот он прикрыл это. Заметь. О, сейчас с этой стороны будем пробивать. Стоп, прорвали же. Да. Бей там много раз. Слона скидывай. Слона скидывай. Не надо ничего скидывать, подожди. Почему ты хочешь, чтобы в шахматах, чтобы вардеть, лишь бы скинуть просто так? Ну, видишь, теперь тебе это не дали сделать. Случай, ты, наверное, был прав. Хочу скидывать на Е6. Ну, так даже лучше бы, наверное. Да, потому что нам дали еще пешку съесть. Так, во-первых, не нельзя расслабляться, потому что мы просто можем не успеть съесть материал в итоге. Конем, да, конем. Слон залез. Вот ты куда? C3 получишь. Ну, почему же не C3 сыграть? Да он так никуда не залез. Стоит там неплохо. Рокировку. Скидывает слона, отлично. Все, тут центр разбили. Он начнет накатывать по центру. Я всем когда такие ходы делаю, боюсь, что я случайно подставляю, что оно выглядит ненатурально, как... Да блин, уйди ты слона уже. Это опасно или нет? Ну, в меру опасно, я думаю. Вообще, да, уже подгораживает чуть-чуть.
Ты смотри, не запатуйся, сам говорю. Кстати, это тоже, я не знаю, как с этим бороться вообще. Решки надо аккуратно съедать как-то. Ну вот съешь на B4, вот это важно. И все, и нужно, чтобы они двигались. Нужно, короче, есть снизу вверх. Точнее, сверху вниз, ты меня понял? Нет. Вот да, вообще не понял. Сверху вниз надо есть. Чтобы были ходы. Да, да, все, победа. Так, не забывай, что все, что мы сейчас должны сделать, это более-менее... более-менее... комфортную ситуацию для Артема создать. Нет, а если... Потому что потом мы посчитаем результаты всех этих турниров вообще и подведем итоги. В какой-нибудь табличке. Я этим займусь. Так, ну что, почти, смотри, почти все подняли рейтинг. Странно. Да, мы могли бы... У нас 4 следующий турнир начнется, да? Да. Вот мы этот турнир закончим, и я предлагаю сделать как перерыв. До тех пор, пока не придет Артем. Да, ну я просто не знаю, когда он придет. А мне надо идти в Макдак. Тоже зайду до магазина обязательно. Что-то нужно купить, покушать. Мне кажется, все равно мы рано этот перерыв устраиваем, потому что... Или ты хочешь... Не, я перерыв делаю, потому что я устал, потому что тут надо перекусить. Нормально мы устраиваем, но вовремя. Если что, там вечерком еще что-нибудь такое. Да, да, нужно там зрителей попросить. Кстати, да, уже трансфера никто не сможет сделать время 15:20. И что? У меня все нормально? Так, ну да, мы как, мы ждем Артема или делаем перерыв? После этого, Орды. Ой, после атомных. После атомных, в смысле? Мы Артем с Артемом играем в атомных. Нет, я не такой, мы сейчас не ждем Артема или ждем Артема? Ждем Артема, конечно. Почему у нас нет пешек? Не знаю. Почему у них нет фигур? Вот это хорошо. Да, вот это нам дали. Я думаю, надо вот этот фланг сначала съедать, потому что здесь у нас хоть какой-то стопор есть. Вообще, по виду выиграно. Вообще-то да, абсолютно. Пешку съешь. Ну все, объедай там сзади уже. Почти прошла. Съешь сначала ее, а на остальные, ну и можно так, да. Да, она меня раздражает своим присутствием, если честно. Наверное, все-таки еще никто не допер, что с первой и со второй можно ходить. А, вот на две садили. Почему не на эту? Почему она зато не двигается? Что за встреча в Новороссийске? Ну, встреча комментаторов в Новороссийске. Да. Встретимся, запишем что-нибудь для группы. Дело в том, что я живу в Новороссийске, и вот возвращаюсь на лето. А Кирилл... Не знаю, что он там делает. Приедет. Тут мы за знатоком играем, ты чувствуешь, как опять была уверенно исполнена. Цифрить какой-то ход какой-то странный. Ну, сейчас просто... Это замануха, он сейчас все фигуры скинет.
Пока за две. Заманухов тут часть нужен все фигуры скинь, а не против. Да. Такое ощущение, у тебя птица вот прям сидит на ноутбуке, вот клюет монитор твой. Блин, блядь, сильный ход, кстати, да? Держим строй. Боюсь, что сейчас его не будет уже. Ой. Не, пока нормально. Прям да? Ферзя будет скидывать. Нам нужна контр-игра в центре, срочно. Не, у него понятный план. Ферзь b7, ферзь ладья a7, ферзь a8. Не хочет этот план исполнять. Вот знаешь что, мне не нравится то, что тут за белых нельзя бесплатно съесть фигуру. Отвратительный, отвратительный ход b3. Ослабился. Не ослабился, а загнулся сразу. Ну, ну нужна контр-игра в центре. Да, пора посубить все. Да, есть. Это слишком медленно, это слишком медленно. И вот было бы их чуть побольше, да? Штучки на две. Да, эти не догоняют пешки. Бьем. Четыре. Ну, d3 надо быстрее. Пока вот эту цепь держать. Не, нас там уже доедают, видишь? Мало пешек, надо еще парочку туда. Где я возьму? Ну, ищи. Так, это уже серьезно. Бесплатная фигура практически. Толк все равно сейчас он забирается. Давай c6. А, нет, c6 нельзя. Ладно, вперед, погнали. Интересно, черные пешки могут ферзи пройти? Да. Вот был бы смысл, Игорь, провести черную пешку ферзи. Вот это было бы интереснее. Это было бы невозможно, я думаю. Ну вот сейчас в этой партии это может случиться. Да, тут нас доели. Не успеваем, да? Ну еще целый фланг, ну ты же говорил, неудобно есть. Это еще вот... Значит, 27 секунд, это наш шанс. Это еще все съесть надо, это не так просто. Король 7, видишь, как блокируется. Так, не тянуть пешек, главное. Может, f3 уже? Да, вот так, наверное, лучше. Пешка нужна на f4. Ну, кстати, теперь я более оптимистичен. Чёрт, нам давать тяжелость. Смотри, не дает пока, да? Может, а, h3 тогда, h3. Или, да, или f3. Там же h3, да. Гениально. Отдать на g3, это было восхитительно. Почему у меня нет автоферзя? Стоп, он не может же играть. Ой, ничья. Блять, блестящий. Блестящий. Нужно быть немножко. И что нам за это дали? 2 очка. Данил Паньков пока, без поражения. Да, ну беда в том, что нам сломали серию. Но ничего. Потому что Данил очень мало набрал в Crazy House. У него очень мало, но у него очень много тоже. А в атомный Артем там устроит геноцид. Избиение. Надо было h5 играть сразу, да? Да херня. Свиньи Новиком. Да. Битва блогер. Ты себя считаешь блогером? А ты? Я нет. Конь как развился, а? Не сгонишь ведь просто так. ДЦ грозит, кстати. Потом конь опять на цепи. Кого лучше сохранить, коня или слона? Ему ведь не стоит.
БЦ, БЦ сейчас получить, отдать ферзя было бы гениально, по-моему. Чего, одну фигуру отдали, но довольно много пешек забрали. Прям сейчас какая-то мерзкая ворона была, да? Да. Ладно, кстати, меня это не раздражает совсем. Мне тоже, честно. Я люблю птичек. Птички лучше, чем собачки. Ну, и ты не знаешь, у меня окно открыто. Если бы оно было закрыто, этого не было слышно. Ну, как-то у Евгения заметил, все в порядке. Посмотри, да. Это знаешь, ты стоишь, тут идет цунами. Меня вообще пугает играть за черных, в принципе, в эту орду. Даже когда у меня выиграно, мне кажется, что у меня проиграно. Нет, там не дадут победить. Еще не съедят. А2 слабость. Нас по центру разорвут быстрее. Думаешь, не факт. Смотри, не стоп. Очень долго там ферзь наш. Ну, ладью отдадим, что не считаешь. Баш. Ладно, две ладьи отдадим. Вот они уже готовы отдаваться, получить. Почему все по черным? Мне страшно. Кирилл, ты вратарь. В каком-то смысле. Смотри, ты. И в шапку, бабки в шапку, гони монету. Сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку. Внеси свой вклад в дело спасения бездомных поросят. И я, бабки в шапку. А кто бездомный? На пару кругов на картодроме. Главный бездомный поросенок есть. Сообщение было на пару кругов на автодроме. Ну видишь? А там действительно на пару кругов? Я не знаю, я не могу посмотреть. Ну в любом случае спасибо. Да, огромное. Кирилл, ты вратарь. Ну на самом деле... Сейчас я хочу посмотреть окончание партии, я обязательно отвечу. Мне очень интересно, как Евгений сейчас изобьет Никиту. Очень страшные пешки, очень. Я слишком медленно иду, как так? Ой, мат в один? А, нет, ой. Как, блин, не забрать? Так, слона... Как ферзю не появиться? Никак. Это что-то новенькое. Играем дальше. Игра, правда, не очень долго, даже три хороших. Флаг бы вырубить. Да с ферзем белым попроще уже играть. Ладно, победа. Флаг. Извиняюсь. Евгений играл хорошо, я играл отвратительно. Да, я предпочитаю стоять в воротах. Не стоять, а играть, наверное, это будет правильнее. Вне ворот. Да. Кирилл вратарь, но он играет вне ворот, да. Почему? Получается не очень, конечно, но... Так, опять, да? Ну, тебе надо иссякать вот здесь B6 как-то. Я примерно понял, как играть за черных в эту штуку. Так, нормально все. Ну, примерно. Мы уже с этим соперником раз 60 сыграли. Да. Один раз даже в ничью. Я ему проиграл в пулку в самом начале еще. А с Ромкой? Да. Да, хотелось бы написать. Ну, вы когда скидываете денежку, пишите, пожалуйста, в чате, кто вы и как вас зовут, чтобы знать, кого благодарить. А то это очень тупо звучит. Спасибо вам большое. Кому, за что, да, непонятно. Да, это очень тупо. Ну, сейчас, да, сейчас прорвешься, наверное. Похоже на то. Пешка D6 неплохую защитную функцию выполняет. Сдерживание всего вот это. Мероприятие. Ее меняют, это плохо. Ну, ладно. Нет, Кирилл, к сожалению,
Не хотел бы быть Гильермо. Бабки в шапку, гони монету. Сделаем счастливее всех бестомных поросят планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку. Внеси свой вклад. Слушай, мы держим. Спасение бестомных поросят. Бабки в шапку. А, этот раз вообще без сообщеньки пришло. Кто-то что-то скинул, но, к сожалению, не оставили никакого сообщения. Так нас опять убивают. Да я почему? Сейчас хорошая позиция. 4, да. Да, ферзь на h8, конечно. Нет, сейчас тут мы точно успеем. Давай. Так, кстати, допишите, пожалуйста, в комментариях, кто сейчас первый играет в 16:00 в футбол. Я бы очень хотел посмотреть хотя бы на фоне, следить за тем, что происходит. Как там спасаться, подожди. А где угроза? Король d8. Король d8. c7. Дыши. Сна. Ой-ой-ой. От соперника, да. От соперника требовал один ход. Вот, найти b5 и все. На этом партия заканчивается. Видимо. Сейчас ферзь может вернуться в баран. Ты еще нет, а ферзь на цепи побыстрее. Да, тоже сильно. Да, отлично. Швеция, Польша. Швейцария, Польша. Никита сейчас, кстати, находится в Швейцарии, так что он будет, думаю, болеть за своих друзей. Я думаю, они один выиграют. Друзья, что они выиграют? Я поэтому не взял поляков в фэнтези. Не взял или взял? У меня один швейцарец в вороне стоит. Шер. Хороший выбор. Но Роберт Левандовский сегодня отгружен. Левандовский вообще мертвый. Ничего не сделал до этих турнир. Ну, пора. Не то, что он не забил и не отдал, он, в принципе, даже не был близок к этому. А вот кто-то говорит, что он из Польши, передает нам привет. У нас какой интернациональный марафон, да. Швейцарцы, поляки. Ну круто. Я, кстати, вроде бы отбил с этим временем все-таки. Еще воде осталось. Как вы находите нас? Вот вы из Польши. Никит, ты ему говоришь на польском? Нет. Ну на английском. Проси, как? Да, всем говорю, да. Как вы нашли наш марафон? Ты что ли там в Швейцарии? Ты рассказал швейцарцам, все швейцарцы рассказали полякам. Я не знаю, но суть в том, что так или иначе поляк, видимо, не понимает, о чем мы сейчас говорим. Почему польский язык, наверное, похож на русский? Иначе он написал бы по-русски. Или транслитом. Уже? Да, сейчас начнется. И почему-то все русские считают, что это очень умно. Они знают одно польское слово и считают, что это очень умно его всунуть везде. Я не понимаю этого. Поэтому... Что-то, если честно. А, так, нужно посмотреть, когда он заканчивается турнир. Через 21 минуту. Сегодня Левандовский стрельнет. Не думаю. Роберт, хотелось бы уже посмотреть на вашу команду. К сожалению, идет марафон, и людям наверное, не очень интересно. А хотя, ладно, я посмотрю, мне просто реально очень интересно. Ладно, кого вы там понабрали? Кто у тебя там капитан? Даже блога не вышло, прикинь, по евро. А блог вообще не выходит, по-моему, по евро, да? Не, выходит, но... Разве? Да. По-моему, не было. Ладно, да. Я посмотрю, что у нас у Пети. Петя... Зачем тебе Петя? Для тебя ключевой момент это сколько я наберу. Блин, Петя... Будешь ты играть на матчик в парке? Петя очень... Или я буду купить тебе пиво? Петя очень хорошую команду собрал. Замечательно, тебе должно быть 40. Мюллер Кэп и чего? Почему я должен был не угадать? Во-первых, сначала Кэп был Хеннесси. Кто это? А, вратарь? Бейл Рэмзи, Хеннесси. Хеннесси это валиец, да? А Шер, Пике... Вермалин. Ну нормально. Лукаку, Роналду. У всех есть Лукаку. И Роналду, по-моему, тоже у всех есть. Как ни странно. Хотя это довольно спорное решение. Все взяли Пайета, да, абсолютно. Да, но я просто. Я его взял только, потому что я испугался, что ты его возьмешь, и он занесет. У нас с тобой, по-моему, одинаковая вообще команда полностью. А, нет, во-первых, я играю не так, как вы, я играю 5 защитников. Жиро, Лукаку, Роналду. А, у тебя Жиру нет, отлично. Бейл, Пайет, Рэмзи, у меня Бейл, Пайет.
Замечательно, это очень хорошо. Потому что мне надо просто сохранять отрыв. Я уже все сделаю. На групповом этапе. Стоп, сколько у нас защитников? У тебя сколько защитников? 4 за 4? Ну, у нас полностью разная линия обороны. Один батэнк. И вратарь разный. А, нет, вратарь одинаковый. Зря ты пике не взял. А, стоп, это я... Блин. Короче, да. Нет, да, и вратарь нормально. Есть за счет чего отыгрывают. Я считаю, у меня... 5 человек раз. Да, я считаю, у меня... Это мало, это хорошо. Ты максимум 10 очков отыграешь, если у тебя все пойдет как надо. Не, почему 10? Ну, кэп разный. У тебя кэп Мюллер. А Мюллер играет, да, с кем? Мюллер играет с каким-то убожеством. С Словакией вроде. О, нет, под Гамшика. Мюллер под Гамшика, что ли? Гамшик так съест всех. Мюллера тоже. Не, у меня кэп Лукаку. Никто Лукаку, кроме меня, не закэпил. Гениально. Потому что это тупо, а с кем они играют? Лукаку играет с Венгрией. Total команда, единственная команда Total больше на этом чемпионате. Да. Ну да, нормально. Ну все, ты выиграешь, но не больше 10 очков. Если я тоже могу выиграть 10 очков. Тем временем, если зевнул фигуру. Придется сносить флаг опять. Не первую, не фигуру, конечно, а одну из многочисленных пеш. Здравствуйте, на черном только ферзь, да? Что скажешь? Не знаю. Я вот только сейчас партию открыл. 200 рублей хватит на два круга, интересуются. В чате. 500 рублей 10 минут, 10 минут 20 кругов. Ну, считайте. Так, ну тут белые вообще что-то сильно убили. Да, мы идем на третьем месте, кстати. Не, на втором. Даже на втором. Это нормально, Андрей Смирнов лидирует, но я не помню, чтобы он много набрал в этом. В Crazy House. Да. В целом у всех одинаковые команды, блин. Вот Антон это угроза, да? Потому что он его там немного наберет. Кстати, 58 человек почему-то количество держится стабильно. Потому что начал упоминать вслух фамилии футболистов. Делай так почаще. Первый матч кто там? Швейцария, Польша, да? У меня есть этот... Как его звать-то? У меня есть Блощиковский. Первый на скамейке. У меня тоже один поляк на скамейке. И у тебя Шер. Мне нужно, чтобы Роберт забил. У меня Шер, но у меня один поляк на скамейке. Мне нужно, чтобы Роберт забил. О, Даня. Да, Даня нужно обязательно обыграть. Даня уже с 12 часов у нас сидит. Тем временем, через 20 минут будет третий марафон. Это уже неплохой показатель. Могу пока на сотовый позвонить Артему Капустину, как тебе план? Треть марафона? Угу. Неплохо. А дальше ждет все самое интересное, на самом деле. Дальше интересные рубрики, дебютная лекция. Кстати, дебютной лекции не будет. Вместо этого будет разбор партии из Рейкьявика. Хорошо. Потому что я подумал и решил, что архангельский вариант великолепно разобран с Видлером на ЧС-24. Логично. Состязаться мне с Петром Вениаминовичем большого резона нет. Ставочки на футбол. Конечно, берем, сейчас ставим всю сумму на... Я поставил 50 рублей на победу Исландии в евро. Ты же говорил 1 бакс. Ну это примерно одно и то же. Ну, да. И... Стоп, и еще, 50, D3. Еще 50 рублей на победу немцев. D3. Чтобы хоть что-то заработать. Нет, серьезно, ты зря недооцениваете исландцев все. Да блин, они это антифутбол. Это не... Во-первых, они не... Причем здесь какой это футбол? Суть в том, что ты зря их недооцениваешь. Ты видел, я тебе скидывал, или кому-то там, я в беседку, что ли, скидывал, короче, в группу. И ты видел, я скидывал, как исландский комментатор реагировал, да, на победный, да, гол. Да, видел. Божественно. Черданцев нервно покуривает в сторонке. Не факт, что сигарет. Короче, смысл в том, что я скидывал там население Исландии, сколько из них там... Ты не видел эту фотографию? Да, понимаешь, что ты придумал от балды. Ну, понятно. Может быть, реально кто-то анализировал. Чего ты не берешь фанат? Нет, безусловно, 1/10 страны сидит на трибунах, это да. Но все остальное там слегка от балды придумано. Мне не нравится, что у нас мало пешек D, да? Мне не нравится, что у него 5 фигур. Вот это мне не нравится.
Исландцы во всех трех матчах вскочили, да? На самом деле нет. Да или нет? Курбан Бекевич. Они звонили Курбан Бекевичу. Не бери на С4. Что ж такое-то? И с кем исландцы играют сразу же? По-моему, с тем у них проходимое, да? Нет, вообще-то. У них Германия, Франция и... А сразу Германия? Италия, а то есть Англия, Франция, Германия в таком порядке. Я думаю, все шансы. Нет, сначала-то у них англичане. Да. Англичан могут пойти, мне кажется. Ну, этих могут, да. Если, короче, англичане сыграли с худшей сборной на Евро в ничью, то... То это как бы говорит о чем. Да. Рокировка. Все равно нет ничего. Почему эта рокировка черным ладьи стоила? И ферзь проходит. Смотрю, нечего останавливать. Тебе мне 21 секунда, чтобы реализовать 500 миллиардов лишних пешек. Да, нужно обязательно туз ездить. Блин, мне на мат поставить же как-то, да? Да. Ладно, пешка аж идет быстро. Отводи. Вот и два, хорошо. Сколько там? 3 минуты до конца турнира. Да, мы идем нужен берсерк. Нужен берсерк. Зачем? Чтобы догонять Андрея. Там шансов никаких все равно. Ладно, давай, берсерк. И так тяжело с таким временем. Еще берсерк предлагаю. Не, по 2 минутки это я хорошо придумал. Больше партий. Не, ну довольно весело. Вот поэтому немножко тупо. Как и все разновидности шахмат в целом. Нет. Ну какие не тупые, хорошо. Стандартные, например. Ну, кроме стандартных. Ну, не знаю. Все остальные тупые. Ну ничего. А кстати, уже продавили, я знаю, как себя взял. Идиос. Отыгрываешь по чуть-чуть время. Чего ты пешку-то не взял? Бесплатная была. Теперь бесплатно, да, это нет. Слон b7. Ой. Пару пешку зависел. Да, самое главное, наверное, разбить центр. И рокировку 2-0 сделать. Не загнулся. Да. Да, бей. Нормально, успеваешь. Время, конечно, мало чуть-чуть. Удались. Ну, все, шансов никаких, потому что, видишь. Еще партия нужна с берсерком. Тебе прям очень хочется выиграть этот турнир. Не знаю, зачем. Я хочу с Андреем сыграть. Андрей вообще какой-то монстр. Смотри, что он делает. Гений. А, кстати, мы его обогнали по рейтингу. Очень справедливая система. Человек начинал с 1900, мы начинали с 1500. Тогда я пока посмотрю стартовые составы. Я вообще сегодня сколько футбола? Ты не в курсе? 2 или 3? Ну, Россия, может, объективно и предпоследняя заняла, если считать очки. А по игре, конечно, оно самое. Потому что Украина, даже при том, что 3 матча проиграла, смотрелась лучше. У Польши, кстати, поляки-то могут и не забить. У них пропускают капустка и щенцы. Ну, я не понимаю, как то, что Щенсен пропускает, как-то влияет. Блащиковский, Мирик, Лемандовский меня должны забить. Да они ничего не старались. Блащиковский один гол забил за групповой этап, а Лемандовский вообще ничего не забил. Блащиковский забил и отдал, это немаловажно. Хорошо, но Лемандовский не сделал ничего, ты понимаешь, ничего. Даже, блин, у него даже момента не было, по-моему. Говорят, что хорваты, типа, ну, букмекеры говорят, что хорваты лидеры. Какие лидеры? На что лидеры? С Португалией. Фавориты, в смысле? Ну да. Наверное, так и есть. У меня в команде ни одного хорвата нет. Я хотел взять Перишича. Че, не Модрич? А Модрич не будет играть, да? Кстати, шкала тем временем наполнилась на 8,99%. Неплохо.
Ну, кстати, это уже на два проката. На два 10-минутных проката. А тебе, я думаю, хватит одного. Андрей выиграл. Я посмотрю, может тебе понравится. Нет. Откуда ты знаешь?